Я дошел уже ближе к озеру до дерева, которое достойно быть снятым отдельно. Конечно, ближе к озеру есть остатки деревьев и еще стоящие деревья, которые, наверное, возможно, более старые и могучие, чем это. Но зато это находится в лесу. Вот у него здесь есть младшие родственники. Что за дерево, кстати, я не знаю. Не помню сейчас уже. Листочки дубовые, значит, наверное, дуб. Но кто знает, может и другие листья здесь перемешаны, понамешаны. Скорее всего, дуб. Здесь веточку срубили. Тоже срубили. И здесь была срублена ветка, судя по всему, когда-то. Но вот она, он растет. Сколько он тут, длина окружности, не оценю. Метра, я думаю, 2,5 длина окружности. 3. Ну, 3 вряд ли. Ветки раскидистые. Вот такой вот дубок. Дуб в лесу.